Я вообще просто не осознаю, что я сейчас на аккаунте Влада Бумаги А4. Я просто в шоке! Я сделал обзор на аккаунт Влада Бумаги. Аккаунт Влада Бумаги. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Всем привет, братья и сестры! С вами, как всегда, я, отец Евген, и вы на моем канале. И это новое видео. Это просто пушка видео. У меня еще не было обзоров аккаунта. Моя мечта просто была сделать обзор самого знаменитого ютубера Жабка. Но я понимал, что это просто нереально. Но это все фигня. По сравнению вот с этим. Вот с этим. Еще раз, вот просто посмотрите. Вот с этим. Вот с этим. Посмотрите. Вот с этим. Видите чей? Чего? Видите вот этого чей? Видите чей это? Чего? Видите чей это аккаунт? Да, ребят. Да, ребят. Да, ребят. И еще раз, да. Я на официальном аккаунте Влада Бумаги. Что? И сейчас я покажу всем вам, что у него есть в аккаунте. Это просто пушка. Пушка. Это пушка. Значит, ребята, давайте так. У меня здесь, короче, есть... Так, это не то. У меня здесь есть промокод. Охренительный промокод, который дает 1000 алмазов. По ходу этого видеоролика где-то вот по всему ролику будут раскиданы буквы. Первая буква у вас прямо сейчас на экране. Вот она. Остальные буквы раскиданы по ролику до самого конца. Собирайте этот промокод, пишите найденные буквы в комментариях, и в следующем видеоролике по Free Fire я выберу одного, кто отгадал все буквы и написал их в комментах, и отправлю ему 1000 алмазов. Вот этот вот промокод. Ищите его по ходу этого ролика. Жмите лайк и давайте смотреть, что есть у Влада Бумаги, у самого знаменитого ютубера в СНГ. Это реально его аккаунт. Это реально его аккаунт. А4. Здесь даже написано официал. Мне достался аккаунт Влада Бумаги. Ну это просто пипец. Это просто... Это просто жесть. Настоящий аккаунт Влада Бумаги, с которого он катает. Чего? Да, ребята, он катает. Пускай немного, но он катает. Он создает даже комнаты. Комнаты для подписчиков. Я на аккаунте А4. Я просто в это не верю. Давайте, я думаю, начнем с его оружия. Так, эволюция. Ну, эволюция у него наверняка есть вообще все. Он самый не прокачан до 7-го? Что? Окей, хрен с ним. Зато самый охрененный юмп эволюция у него прокачан до 4 уровня. Охренительно. Ребята, если вы тоже прокачали юмп, жмите лайк под этот видеоролик. Я на аккаунте Влада Бумаги. Это просто... Блин, короче, надо себя в друзья сейчас добавить. Бля, ты крыса. Я уже, короче, ребята, вступил его в гильдию, вот в такую охренительную гильдию. Да я вообще, скажу вам честно, ребят, по секрету, я для того, чтобы снять обзор, мне пришлось Владу отдать мою гильдию от Free Fire. Да, я сделал его владельцем моей гильдии. Я клянусь, я не вру, я пиздеть не буду. Я реально отдал ему... Оба-на. Я отдал ему свою гильдию. Смотрите. А4 official, владелец гильдии, отцы Free Fire. Охренеть, охренеть. Моей гильдии владеет А4. Просто жесть. Итак, идем дальше к нему в пушечки. Смотрим, что у него есть по пушечкам. С чем он вообще гоняет. Такие вот у него эмочки. Вот просто у него на 9 дней, на 24 дня. Влад, у тебя было так много алмазов. У него было 150 алмазов точно. А осталось 700, прикиньте. Чувак просто реально заходит во Free Fire и крутит инкубатор. Вот он хотел выбить вот эту вот розовенькую эмочку. Но она ему выпала всего лишь на 24 дня. Зато есть вот такая вот у него навсегда. Вот такая вот
синяя навсегда. Вот такая навсегда. О, пылающий череп. Вот это, уху, это недавно выдавалось тоже навсегда. Вот такая, вот такая. У него просто все эмочки есть, вы представляете? О, это просто пипец. Следующая буква вот. Охренеть, просто охренеть. Зацените, у него есть гнев единорога красный. У него есть АК с прошлого Хэллоуина. Ну это ж просто охренеть. Это... Я не знаю, у меня вот сейчас прям, я не шучу, у меня реально просто слезы текут. Я реально не знаю, я сейчас сижу, и у меня энергия просто, вот, чтобы вы понимали, она просто вырывается из меня. У меня в руках аккаунт А4. Что? Это просто жесть. Я честно в шоке до сих пор, пацаны. Я просто сейчас в шоке. А4. Я просто хочу сейчас кричать. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? A few moments later. Ладно, 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 пошли дальше. Такой вот М14 у него, смотрите, Скар, у него просто Скар Купидон на 65 дней. Охренеть, это, ну это как, лол, это как? Даже А4 Купидон навсегда не выпадает. Я думал, только мне не выпадает, но нет, ему тоже не выпадает. Просто охренеть, ребята, аккаунт А4. Кто хочет к нему в друзья, пишите в комменты, я вас добавлю. А вот прикиньте, я сейчас буду смотреть его, короче, склад, и у него там есть какие-нибудь эксклюзивные вещи. Вот представьте, вот просто я сейчас смотрю, а там какой-нибудь сет А4. Это же просто охренеть будет, я такой, вау! Я просто охренею сейчас! Просто зацените, у него все скары, которые есть в игре. Влад А4 реально фанат Free Fire, у него все скары, гроза, вот такие вот скины на грозу у него. СКС-ка, просто все СКС. Вот такая вот у него на 17 дней огненный волк. Вот такие вот СКС-ки. М249, пулеметы. Все скины на пулеметы у него есть. На 35 дней ФАМАС вампир. Охренеть. Охренеть. Даже золотой ФАМАС у него есть. Он в битву отрядов катает. И это, друзья, это доказательство. ФАМАС золотой давали только за битву отрядов. Влад А4 катает в битву отрядов. Самый топовый XM8 есть у А4. День Нептуна XM8 тоже есть. Оживленный зверь, одна из самых охрененных пушек в игре, у него тоже есть. Все скины на XM8 есть у А4. Просто все пушки есть у Влада А4. На Ан-94 охренительный скин Марковинатор. На плазму? А, на плазму у него нихуя нет. Ну ладно. Зато на АУК у него есть охотник за наградой. Это же просто пипец, ребята. Что? У него есть охотник за наградой. Это значит, совсем недавно заходил в игру. Может быть, он только что был в игре, а я сейчас после него зашел. Охренеть, просто охренеть. Так, на ПП, что у него на ПП? На Юмпик вот такие вот интересные скины. У него есть на МП5 даже скины, зацените. Просто, блядь, пацаны, я не знаю, я просто не знаю. На ВСС у него есть скины, просто все скины у него. На МП40. Охренеть, просто охренеть. Влад А4, он просто какой-то гипердонатер. Он просто донатит в игру до хрена денег. Даже на двухстволку два топовых скина. Фу, я аж, блядь, вспотел. У меня, блядь, слезы текут. Я, ну, блядь, это первый мой обзор. Он просто вот такого масштаба. А, короче, ладно, хуй с ним. Мы уже поняли, что у него есть просто все пушки. Пойдем к нему. Блять, да у него, посмотрите, блять, ну, у него сет просто, как будто он в жизни, как будто вот как он в жизни выглядит, и он так оделся в игре. Это прическа, водолазка, блять, он олд, и он оделся, как в жизни он одевается. Я единственный ютубер, который, вот чтобы вы понимали, снял обзор на аккаунт А4, блять, поставьте лайк по-братски. Вот еще одна буква, кстати, промокода. Так, давайте посмотрим, что у него есть в коллекции. Эмоции. Охренеть, у него эмоций просто пипец как много. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два,
33, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42 эмоции. Охренеть, у него эмоций больше, чем у Моргенштерна. Транспорт, вы просто посмотрите, какие скины у него есть на транспорт. Я не знаю, ребят, но это просто топово. Это просто реально топово. Просто охренеть. Так, рюкзаки. Легендарных рюкзаков, посмотрите, сколько. Охуеть. У меня сейчас сердце остановится, ребят. Охренеть, я на аккаунте А4. Я просто в это не верю. Я просто в это не верю. У него просто есть все. У него на аккаунте есть все. Это, отвечаю, это, наверное, самый донатерский аккаунт. И он принадлежит А4. И я сейчас на его аккаунте. Охренеть. Он не только охрененный ютубер, он еще и охуительный донатер. Он настоящий фанат этой игры. Я не верю, что он в нее играет. Подождите, давайте посмотрим по пропуску. Он просто покупает и выполняет все пропуски. Ребят, ну это просто жесть какая-то. Это реально просто жесть. Вы видели? Он только что задонатил 50 тысяч алмазов. 50. Я просто смотрел его пропуск, и на аккаунт упало 50 тысяч алмазов. Пацаны, я реально... Блядь, дайте я сниму толстовку, но это просто жесть. Это реально просто жесть. 50. Он задонатил 50 тысяч алмазов прямо сейчас, во время съемки моего видео. Бля, мне просто плохо стало, пацаны. Так, все. Все нормально, давайте посмотрим, что у него есть на складе. Это просто жесть. 50 тысяч алмазов просто чувак взял во время съемки моего видео. Блять, вы все еще сомневаетесь, что это аккаунт А4, да? Что это я просто переименовал свой аккаунт, да? И просто сейчас во время видео задонатил 50 тысяч алмазов, да? Ага, херушки, нет, это... О, это реально, Влад А4 задонатил столько алмазов. Что ты творишь, бумага? Что ты творишь? Так, смотрим, что у него есть. О, охренеть, у него есть просто все! Просто все у него есть! Охренеть, у него есть все! У него просто есть все! Это ребят, это просто это. Это самый топовый обзор. Просто самый топовый обзор. У чувака просто есть все, что вы хотите. У него просто есть все. Он донатит 50 тысяч алмазов и выбивает все. Он по-любому сейчас, он зашел сейчас, поди в игру и просто сидит и крутит джекпот новый. Охренеть. Просто охренеть. А, пацаны, я не знаю. Просто, блядь, у меня слов нет, ребят. У меня просто нет слов. Я на аккаунте А4, на котором он прямо сейчас задонатил в игру и выбил, он выбивает просто все шмотки. Это просто какой-то... Блядь. Это просто какой-то жесткий донатер. Я сейчас расплачусь просто. Я реально, я сейчас вот слезы вытираю. Я сейчас реально просто расплачусь. Короче, давайте, ребят, вот она, последняя буква промокода. Подписывайтесь на мой канал в следующем видеоролике по Free Fire. Я обязательно среди всех, кто нашел этот, собрал полный промокод и написал его в комментариях, я выберу одного счастливчика и отправлю ему 1000 алмазов. У меня просто сейчас шок, у меня просто шок, охренеть, у меня шок, еще раз шок. С вами был я, отец Евген. Это было реально жестко. Это было просто жестко. Кому понравился этот видеоролик, ставьте обязательно лайкусик. Мы только что посмотрели аккаунт Влада Бумаги, он же А4. Охренеть! Охренеть! Просто охренеть! Это шок и еще раз шок. Всем спасибо, всем пока.